Всем привет, с вами Вифрал, сегодня продолжаем Супер Кэт Тейлз Поу. Всем привет, а мы начинаем, продолжаем. И сегодня мы будем играть, ну, собирать бубенцы и вот эти вот яйца и так далее. Для начала давайте посмотрим на этом уровне, потому что как здесь должно быть яйцо, которое нам только что упало на голову, но это уже не важно. Так, стоп, у меня, вроде как, я вспомнил задание, только что у меня было, надо взять мистер Тучу. Эксперт по молнии подходит для врагов, которые движутся по вертикали. Возьмем тучу, потому что есть задание немножко побить врагов с помощью тучи. Пускай потихонечку выполняется, потому что деньги нужны, прям очень нужны. Сами видели, уже у меня очень много денег накопилось, хотя, мне кажется, это вообще не очень много, но... Хоть что-то. Давай, туча, мы в тебя верим. Там довольно много врагов, по-моему, 40 врагов надо, чтобы победить. Нормально, давай, давай. О, хорошо. И этого давай потихонечку. Капец, если я так буду потихонечку все это проходить, то это будет очень долго, поэтому... Давайте пока что просто побежим дальше. С тучей как-нибудь позже разберемся. О, да даже красивая иконка, молния прям нарисована просто. Так, а туча что-нибудь еще делает, кроме того, чтобы атаковать? Просто кокос у нас сажает растения. Я уже это видел. Обалдеть, да, я это видел. Он сажает растения. И, видимо, если его прокачают, то растения будут более крутыми. Давай, попади же. И, туча, давай же. Туча не попала, ну ладно. А такие надежды были. И вот скоро уже должен быть не бубенец, а это... Как там его? Яйцо. Один вопрос, зачем мы их собираем? Непонятно, чем. Вот. И вот здесь нам нужен Рикс, это прям лаги. Давайте лучше уберем, а то сейчас еще победит его случайно. Такс. Как-нибудь... Вот так. Отлично, яйцо получено. Все, думаю, можно переходить к следующему уровню, где будем искать бубенец. То есть мы одолели всего 4 врагов? Класс. Сами видите, у нас есть задание 6. Я примерно неделю все это играл. Все эти задания выполнял, чтобы нацепить кучу монет. Также рыбачил немножко. Так, что у нас? Где тут может быть этот самый бубенец? 2,2 бубенца. Где? Вот где это может быть? Вот у нас один бубенец. Прям невероятно просто, да. А вот где еще два? Предположение, что один из них надо вырастить там вот. Надо подняться куда-то наверх. Надо вспомнить куда. А второй где? Где-нибудь здесь может быть у кого-то что-то надо сделать? Давайте посмотрим. Вот тут моет полы, и вот здесь у нас... Макмяу! Похоже, они до сих пор в бегах, да. Да, тут ничего интересного. Может быть, туда диск понести вот с данными, чтобы... Вот именно здесь вот, чтобы... Здесь чувачок хочет диск с данными. У тебя здесь с данными, да, вот. И вот, возможно, ему надо принести этот... Диск с данными, чтобы получить бубенец. Я вот вообще без понятия. А все окажется намного проще, где-нибудь просто лежит где-нибудь в другом месте вообще. Эти восполнения ежедневных заданий. А, ежедневное задание, он говорил. Так. Ежедневно почаще, чтобы знать, что происходит. Да, че я тут узнаю? Давай зайдем сюда. Я сюда сейчас заходил. Да, по-моему, заходил. Здесь... А, здесь у нас Олли. Здесь... Почему этот диск такой важный? Действительно. Сам в шоке, что он такой важный. Вся игра на нем будет построена, интересно. Или же что-то еще будет другое. Так, давайте, идем туда, где будем выращивать все подряд. На не сильно задерживаться на всех этих локациях. Хочешь покатиться на лифте? А, 20 монет? Я думал, там 50 монет. Такс. Время спрыгнуть куда-нибудь здесь. Давай, 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 ломай, все круши, может быть, что-нибудь получим за это. Ничего не случилось? А вдруг что-нибудь случилось? Сейчас спущусь вниз, а там бубенец упал. Это же было бы гениально. Так. Здесь цветы не растут. Здесь цветы не растут, может, дело в почве. Так. И? Будет что-нибудь? В смысле, нет? А, я уже думал вообще ничего. Прекрасные цветы, спасибо за помощь. Вот тебе награда.
Я уже обалдел, я уже подумал, все капец, чё, серьезно, не будет бубенца, а здесь что-нибудь есть? Нет, жалко. Это было бы слишком гениально, а здесь тоже ничего. Давайте спустимся вниз, может быть, я там устроил что-нибудь своим этим вот представлением своим. Поехали обратно. Так, может быть, реально упал какой-нибудь бубенец, но это было слишком гениально, но... Я вообще в это не верю, что вот так должно было сделать. В аркаде может быть что-нибудь тут. Я не знаю куда. Что? Я делаю как, пойди поиграй. Может где-нибудь здесь спрятанный. Так. Нет, в аркаду мы уже. Цикать мегапэнк, мы уже выиграли просто там. Чемпион мира просто по этому самому. Аркадный ас, просто невероятный. Может здесь... Давайте купим питомца этого камешка. Он нам по-любому пригодится. Для каких бубенцов он точно пригодится. Давайте возьмем другого кота, вот этого. И не допрыгивает. Жалко. Пока что ходим с ним. Где бубенец надо найти? Где он тут? Вот где этот бубенец может быть спрятан? Вот никто не знает. Вот все знают, а я не знаю. Давайте вернемся обратно. Может быть, я там что-то накрушил, что-то нападало там, может быть. Может, диск с данными надо реально понести. Что-то говорил интересное, наверное. Сидим здесь целую вечность. Встань, нашел, поможешь подняться наверх. Обалдеть. Очень важная информация. По сути, реально очень важная. Для тех, кто не играл в эту игру. Так, поднимаемся сюда, забираем монеты. В принципе, на этом все, да? Пожалуй, на базу Поуз. Я понятия не имею, где этот бубенец может быть спрятан. Так что, мы его пока что пропускаем. Вот, если вы это смотрите, то... Подсказки, пожалуйста. Вот настолько все плохо, вот... Вот в этом видео вы увидите все те бубенцы, по-любому, которые я пропустил. Тоже... И я буду просто в шоке, если там какие-то очень простые решения будут у них. А мы переходим к следующему уровню, даже без какого-либо перехода. Мир 1.6, падающие камни. Ну здесь у нас, по-моему, как раз таки вот этот потомец камешек и нужен был, и все, в принципе. Он никого не атакует, да? А, он просто нападает на камни. Очень опасный челик. Он камень, который нападает на камни. Жестко вообще. Вы видели, что он сделал только что? Он уничтожил камни. Камешек ломает камешку. Вот как такое могло бы дойти? А, ну да, мы же играем за Паскаля. Он прям очень хорошо забирается. Все и так знали эту информацию, но вот вам еще раз эта информация, да? Я хочу делать трюк. Получилось, отлично. Это было прям вообще... Лучший момент серии, можно сказать. А, надо пойти обратно, и вот здесь, как раз таки, это, по-моему, то самое место, да? Чё, бубенец прямо упадет ко мне, прям в лапки? Красиво, это было круто. Думаю, на этом можно заканчивать этот фрагмент, так что переходим к следующему. Мир 1 крепость. Босс, я вообще, вот здесь я абсолютно даже представить не могу, где он находится. Во-первых, какой по счету это бубенец? Последний. А, это я еще предполагал, что может быть надо... Это самое... Босса убить без урона. Может мне вообще надо весь замок пойти без урона? Не знаю. Конечно, постараемся пойти без урона. Но, зная тот факт, что мы пытаемся побежать врагов с помощью тучи, это слабо выполнимо. Так, давай, туча. Мы в тебя верим, давай! Первый удар, и второй удар, мимо, третий удар, мимо. Молодец, туча, ура! Так. Надо просто дойти до... Не знаю, до куда даже дойти надо вообще. Надо... Где мы хотели бубенцы? Так, там, где призраком разбить, а потом еще развилка такая из двух. Там, где тоже с помощью призраков разбивать надо. И третий бубенец должен быть где-то после всего этого. Где-то после всего этого. Туча.
Тут очень опасно ждать, когда она справится. Но мы будем надеяться, будем верить. Давай же! Туча, тут как бы страшно. Тут очень страшно. Потому что он, мне кажется, в любой момент может меня тыкнуть. Отлично. Молодец, Туча. Такс. Ну вот все, мы идеально уже не пошли. Вообще, да, предположение, что это реально надо сделать, просто пойти, это идеально. Это просто предположение. Подтвердите его, если это оно верное, да. Подтвердите, тогда я вообще обалдею, если так оно и есть. Может быть, это здесь что-то спрятано. Вот. Этого чувака большого я тоже уничтожал, поэтому... Я еще, оказывается, до этого даже не видел его суператаку, не видел до этого. То, что если он меня увидит, то он просто... Вот сейчас я вот здесь вот встану, и вы поймете, о чем речь. И вот. Он устраивает просто суперскоростное нападение. Даже если я его сейчас уничтожу, мне никакой мест не отдадут. Этого босса с первой части. Я его не помню, как вообще побеждал. Давай, Тучка. Там миллиард ударов примерно по нему надо. Именно Тучке. Чтобы победить его. Вот еще один. Там, может быть, еще один был. Чем мы занимаемся вообще, Тучка? Мне кажется, мы просто тянем время и все. Вот реально такое ощущение прям складывается, что мы просто тянем время видео и все. Никому сейчас смотреть на это не интересно. Сейчас этот момент уже все проскипали, кто мог вообще. Это видео вообще никто не запускал, потому что кому эти бубенцы интересны. Конечно, кому-то они, видимо, интересны. Не, мне кажется, это в принципе интересно. В принципе-то. Почему бы не посмотреть, как кто-то собирает бубенцы, даже не понимая, где они. Вот. Может мне в стену прыгнуть вон в ту, которая там. Вон там вот. Брык. Вот настолько все просто было, да, вы сами видели это. Так, может быть здесь? Да не, вряд ли здесь, потому что мы же не прошли еще тот момент. А, не, мы прошли тот момент, где мы получили этот самый, как там его, второй бубенец. Мы уже мимо него прошли, значит, где-то у нас, где-то здесь должен быть бубенец спрятан быть. Мы не успеем, да? Да, мы не успеем. Так, где же? Вот тут уже все уже. По-моему, это уже к боссу, да? По-моему, это к боссу, да? Это все? Это все, это конец. Тут мы выбраться не можем вообще, никак. Что от меня требуется вообще? Босса без урона мы побеждали. Может, реально, может вообще весь уровень без урона пройти? Либо я прям совсем слепой уже. У меня такое ощущение, что я прям совсем слепым стал такой еще. После... Проходил вторую часть, собрал все бубенцы, по-моему, во второй части. Сейчас просто найти бубенцы на первых уровнях не могу. На первых. Вот я его победил, без урона. Но это не то. Это вообще не то. Прям совсем не то. Так что идем к следующему уровню. Как обычно, ожидаю ваших подсказок. Потому что будет еще одно видео, я сразу вам говорю. У меня сейчас в планах целых два видео на эту игру. Вот прям целых два, вы обалдеете, да. Именно до момента, когда выйдет это самое следующее обновление, или как-то могу сказать еще. Такс. Целых два бубенца. Ну, по-любому, какой-нибудь бубенец надо с помощью Мару забирать, не знаю. Потому что Мару в этом минус не было. О, это прям очень легкий враг, чтобы наш питомец с ним справился. Давайте, пускай он зонтик поставится. Куда экран идет? Экран, ты обалдел? Тучка, давай. У меня тут экран нападает на меня. Тучка, ты хочешь, чтобы на меня экран напал? А, сами, наверное, на этого чувака нападем. Чел, зачем ты за мной прыгаешь? Что тебе от меня надо? Я тебе ничего не сделал. Вот там и стой, все.
Все равно экран никуда не торопится, и вот и мы никуда не торопимся. Вот пока что Птучка задание повыполняет свое. Такс. Это что за... Что за приколы? А как? Я понял. Я понял. И запускаем уровень. Я понял. Вот здесь вот чувачок падал, не просто так же падал, да? Ладно, перезапускаем уровень. Так, 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 мы снова в этом моменте примерно. Именно что примерно в этом моменте. Теперь надо не облажаться просто. Это же просто. Просто не облажаться, вот. Задача самая простая. Не облажайся и все. Вот сейчас будет павать чувачок, он прямо сейчас уже будет павать, да? Такс. Я на дереве? Я на дереве. Получилось. Я походу там. Я походу все сделал все правильно. И? Отлично, я был прав. Я хоть что-то смог понять. Отлично, все, не бейте меня в комментариях теперь, что я не знаю, как собрать самый простой бубенец в этой игре. Такс. Продолжаем. Бежим дальше. Теперь у нас остался еще один бубенец где-то в конце. Так, крабби, которого мы А, это же лучшие враги для тучки, которые движутся по вертикали, не касайся меня. Отлично. Здесь у нас ничего нет. В принципе, это было бы такое, ну не самое... Это было бы немножко странноватое место для... Вообще, возможно, стоило здесь прыгнуть вот так вот по врагу. Так, во-первых, давайте ведро это перевернем. Давай же, там что, монеты, по-моему, да? Это хорошо, нам монеты нужны. И просто выходим отсюда, да? Так. Давай, туча, справляйся с ними. Мы все еще ищем этот... Что это за камень? Может, нам сюда вниз надо? Давай, пока что туча справится и вниз. Для меня он выглядел подозрительно для меня, и лично для меня. То, что он весь такой выделяется из всех там камней. А мы пойдем мимо. А мы не пойдем мимо. Так уж и быть, мы пойдем туда, куда надо пойти. Может быть, тут она прям мастер-класс пока по прыжкам? Не, он не залез. Ну, это выглядело так, что он может залезть, но что-то он там не захотел он залезать наверх. Но это было прям, мне кажется, прям оно, почти оно. Можно было, наверное, там так бубенец спрятать, но это было прям сложно было бы. Так, что-нибудь под водой? Ну чё ж ты, Рикс, подвел так? Так хорошо уровень шел. Вот именно, что он шел хорошо. Так, под водой что-нибудь, под водой вообще. Что-то тучу прям... Тучу под водой прям фигачит, вы прям видели? Она прям током фигачится, туча. Мне, может быть, она под водой... Под водой прям такая жесткая под водой. Кстати, да, а вдруг? Может, она под водой прям вообще все по области бьет. Под водой у нас ничего нет, поэтому идем поверху. Тут так хорошо. Так хорошо уровень шел. Здесь прям, наверное, красиво, можно было прям пропрыгать по всем ним, да? Такс. Ага. Ага. Вы же понимаете, что я не хочу ничего здесь искать, не хочу. Это же просто какой-то капец. Что вам от меня надо теперь? Давай поломай булыжники эти, не знаю. Может быть, что-то в булыжниках этих. Эти сломал. Вот эти сломай давай. В каком-нибудь самом очевидном месте попускаю где-нибудь прямо вот здесь вот налево пойти, не знаю. Нет. Да-да, чувак. Ты справишься, я в тебя верю. Как же это все долго. А в принципе, ничего плохого в этом нету. То, что зато...
Если бы не было таких долгих моментов, то игра бы закончилась давно бы уже. Бубенец, может быть, где-нибудь здесь, не знаю, где он может быть. Здесь они заныкали среди этих врагов, чтобы никто его не достал. Песчаный замок сломать вот этот. Какой кошмар, почему я так плохо их ищу? Вот именно, это уже... Какой? Это уже третий пропущенный бубенец, который я жду подсказок. Сколько можно подсказок. Следующий уровень. Мир 2-2. Это нам еще сколько играть надо? Да много еще. Так. Здесь, по-моему, он последний, да, поэтому... Пока я не увижу... Я уж думаю, я уже получил люлей. Так, с дороги, вперед, вперед. Камешек, кстати, уберем. Может быть, туча что-нибудь сделает. Подождем. Давай же и... Чувак, опустись вниз, пожалуйста. Тучка должна сделать работу свою. Вперед. Да, я этого камня случайно один раз убил. Именно не на этом уровне, а на других уровнях, где я его видел. Это была абсолютная случайность. Я что, знал, что ли, что пока он бежит, можно на него напасть еще? Я знал, что он бьет при касании, когда он идет, но я не знал, что на него можно напасть в этот момент. В принципе, логично, что можно напасть, в принципе, как на любого другого врага. Туча, здесь... Капец. Пауки. Здесь пауки, вот что есть. Вообще, для тучи это просто была бы идеальная цель, эти пауки. Просто идеальная цель была бы. Интересно, там убил чувака? Нет, конечно. Вроде как уже выстрел, должен был быть выстрел. Давай, этого победи. Туча не понимает, кого убить не понимает просто. Давай здесь стоим, пускай он атакует их подряд. Хоть кого-нибудь. Давай же! Пэу. Этого. Сейчас уже, глядишь, задание выполним. Давай, этого. И пим. Еще один раз. И прям сейчас давай. Пим. Отлично. Целых 5 врагов в копилку. 2 пути. Серьезно? Они тут бесконечные? А куда я первый раз пошел вообще? Что если сюда пойти? А как я его получил тогда? А, какой там рычаг? А, так вот что рычаг какой-то там делал. Какой-то там рычаг, по-моему, вначале открывает это место, видимо. Так вот, что он открывал этот рычаг, оказывается. Я только что видел бубенец. Прям... Я его прям видел. Давайте же пойдем к нему. Да, здесь нужна была Мара. Отлично. Значит, мы его можем забрать. Плюс бубенец. Отлично. Хоть что-то мы нашли. Продолжаем. Увидимся в следующем фрагменте. Обалдеть, теперь я могу забрать эти 5 моментов. Хотя мне кажется, с помощью Ригза можно было просто прыгнуть там через этого летающего чувачка. Ну ладно. Так, ну как, увидимся в следующем фрагменте. Сами видите. Для вас это просто по 3 секунды, а для меня это до пройти полностью весь уровень. Так что... Вуаля, мы здесь опять словили атаку рекламы. Сколько можно уже? Так, мир 2-3, висячие веревки тут... А, я помню. Я тут помню. Я до сих пор вспоминаю тот самый бубенец, который мы прям почти до него дошли, но по итогу в самом конце облажались. Короче, при запуске уровня мне это уже не нравится. Я не хочу так вообще. Может быть, получится на идеально пройти его, но кто знает. А вдруг получится? Мне просто сильно еще не повезло, прям сильно. Я так оправдываюсь, проверяйте. Да, ты меня даже не увидел. Ты еще издеваешься, что ли? Я еще даже не показался. Вылази оттуда. Так, все, полетели. Давай. И все, поехали дальше. Просто бежим пока что пролом. Здесь бубенцов нигде пока что быть не может, потому что мы их забирали все уже. Такс. А вот по этим штукам, по этим веревкам, надо прям... Очень много кататься. Берем тучку.
Нет, брать тучку плохая идея, прям очень плохая идея. Если бы тучка напала бы на этого верхнего, это... от нее была бы польза. Такс. Вот, все, отличный момент. Все, отлично, мы прошли это. И... ты прикалываешься? А почему он зацепился за веревку, а не прибил ее? Ладно. Забудем об этом. Да, тучка здесь не очень хороший вариант, потому что, сами видите, она уничтожает наши потенциальные цели, по которым мы можем прыгать. Вот сейчас получилось. Вот сейчас получилось. Я почему пойду сейчас не получилось так? Она даже сделать не успела. Давай, давай, тучка. Давай. Тучка, ты что, прикалываешься, что ли? Уже там фигачит, смотрите, посмотрите на него, вообще обалдел. Куда? Не надо, ты, хватит уже. Как же эти обезьяны надоели, как же они просто из себя выводят прям. Тучка, не надо. Уберись, пожалуйста. Я не хочу, чтобы все сейчас испортилось резко неожиданно. Давайте, прыг... Это что было только что? Почему он не прыгнул? Я просто в шоке с этого момента. Вот один момент сделал весь день просто. Вот как такое могло произойти вообще? Он просто не прыгнул. Он не прыгнул. Почему он не прыгнул? Он же должен был прыгнуть. Я же бежал. Вот сейчас я снова побегу. Он не прыгает. Он прикалывается? А почему он не прыгает? Рикс, ты что, сломался, что ли? Вот я поднимаюсь. Почему ты не прыгаешь? Вот сейчас прыгнул. Молодец. Я просто обалдеваю с этого момента. Целый момент сделал весь день. О, туда, видимо, надо притащить мячик. Куда-то я поторопился, походу. Такс. В принципе, видно, почему здесь тучка не нужна, да? Потому что она сейчас бы за нас просто бы... убила. Ну нет, почему? Мы специально сделали так, чтобы было... прям секунды не хватало, чтобы долететь. О, обезьяна нет. Ну куда ты? Мячик, ты издеваешься? Хватит, блин, вернись. Что происходит, блин, с этим уровнем? С этой игрой вообще? Все это видео, это куча просто издевательств просто и какого-то кошмара просто. Я не знаю, вам нравится вообще такое или нет, просто... сидите там, смеетесь, там просто от смеха просто умираете. Я бы умирал от смеха уже, наверное. Хотя нет. Не знаю даже. Это сейчас шутка какая-то. Что это за... что за... пинаем мяч все видео просто. Просто полчаса пинаем мяч. Давай же ты! От чего? Не важно. Это вообще того не стоило, походу. Это... просто ради монет было. Ради монет? Ради монет? Серьезно? Ради монеточек? Опять возвращаемся в тот самый момент. Сколько можно? Капец. Вот. К такому мне вообще ничего не готовило в этой жизни вообще. Давай, прыгни. И прыгни на веревку эту. Молодец. Ура! Видео на час выйдет. Опять чуть ли. Да, можно было бы все это вырезать, но зачем все это взять, если тут все очень весело звучит. Мне кажется, это все очень забавно со стороны выглядит. Сейчас я какой-нибудь шип еще ударюсь. Не-не-не-не-нет, я подожду сейчас, я просто... уже просто упал тут. Было очень неприятно. Давай же!
Ура! Еще и монеты собрал. Это был второй момент. Это был второй, да? Еще и третий где-то есть. Отлично. Мы еще можем забрать третий. Но где? Мы его не можем забрать, забудьте. Он сейчас будет где-нибудь в самом недостигаемом месте в этом мире где-нибудь. Опять эта обезьяна! А, я вспомнил. И что с ним делать? Мне что, Олли нужен? Это что, бобинцевый достать невозможно? Сейчас запросы в комментариях, просто мега-мега гайд будет. Просто как вот это сделать этот баг с этими котами в воздухе, которые приключения, чтобы перелететь туда. По-любому именно так скажут делать. Ну а что здесь делать? Я не знаю, все, просто заканчиваем с ним уровнем, наконец-таки заканчиваем.